прощая нас вновь и вновь. Просто распахните свои сердца и впустите в жизнь свои чудеса. Цветик – это символ исполнения всех желаний, символ нашего сказочного братства. Ура, друзья! Ну что, дорогие друзья, скажите мне, пожалуйста, вы в своей жизни видели столько сказочных героев Белой Холуницы? Нет! Вы сегодня рады? Нет! Давайте по-белоколуницки поаплодируем нашим сказочным героям! К нам, а чтобы память о нас сохранить, решили подарки мы вам подарить. Аплодисменты! Это вам, уважаемые друзья, на память от Белой Холуницы. Сегодня как на заказ, и все готово к играм у нас. Всех приглашаем площадки занять и в сказочных играх участие принять. И мы приглашаем на площадку «Богатырская застава» Алешу Поповича, Анну фон Бисмарк, мистер Басман, барон Мюнхгаузен вас ждут на площадке «Богатырская застава». Пожалуйста. Площадка у Лукоморья, которая находится у нас у здания музея. С вами играют Баба-Яга, Васнецовская Аленушка и Бояр. Пожалуйста, приходите. Златка и Золотая девушка. На площадке 39-е царство вас ждут морская колдунья Зека, Маритье, мама девочки Софи, и герой морских голландских сказок пират морской волк, шахматный король и королева и кикимора Вятская. Пожалуйста. На площадке море океан, которая находится вот на этой площади, с вами играют Мария Искусница, Серенький Козлик, Малиновый Федотка, Бежецкая Малинка, Василиса Премудрая и Царь Водяной, Лика Одноглазая. Площадка Терем-Теремок находится у магазина. Вас там ожидают курочка Ряба, Симбирский Колобок, Пастушка Светлячков Байя, Маленький Волк и Маленькая Девочка. И площадка Ледниковый Период. С вами играют Матушка Зима и ее помощники Дед Мороз, Всемирный Казачий Дед Мороз, Кыш-Бабай и Шурале. Ну что, мы с вами расходимся по площадкам и играем с нашей
Кто хочет поиграть? Сюда идем, курочки ряби, яйца нести. Колобок, колобок. Так, кто хочет играть? Становитесь быстрее, вы команды. А вот детки. За леденцы, за петушки, за леденцовые. Помогите за ручку, мать, вот что такое. За петушок. Кто хочет поиграть? Давайте быстрее, быстрее. Мало, 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 мало. Еще. Кто хочет играть? Взрослые дети, кто угодно. Иди сюда, малыш, скорее. О, еще один. Много, чем-то. Внимание, марш! Faccio io. Dai, anch'io, io metto con questi qua. Аккуратненько в свою площадь. Не просыпая, чтобы было чисто.
если будет бабс, понятно? Мауру, дай Мауру! Молодцы, присыпали, просыпали! Dai, 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 ancora, ancora! Dai, 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 bello pieno, bello pieno! Считаем все взрослые. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Водичку достаточно. Свою команду приводит одного взрослого, ребенка, Настя! Встаем, раз, два, три, встаем! Идемте, Аня! Аня, иди! Взрослого! Ты тебе бабушке даешь? Не, я не буду. Еще раз! 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 Еще Tu devi controllare, sei più grande a necessità, poverino. No, Raffaele era già sfogliato. La campionata. No, Raffaele girava 4. Мы успели! А что вы ушли? Там еще много чего надо. До конца ночи. Успели вы. Бегом! Я посмотреть целую ложку. Не уронила, да. Так, бегом! Пока не кончится зерно, пока не наполнится плошки. Итак, мы начинаем отчет от 20, тричь коровы буквально. Значит, сейчас каждый из вас попытается по одному, вот так, вытравив соперника хвост по одному, но при этом сохранить свой. Значит, ниже пояса не бить, не царапаться, не легаться. Итак, давайте в другую сторону. Так, сколько осталось? Один? По одной! Разошлись! Бокс! Так, поскольку оба игрока, я вижу потенциальность игроков. Идите сюда, мальчишки! Идите, чё? Приз, да. Хорошо, молодец.
Поняли, в чем дело. Итак, начали! Так, давайте по одной оставим тогда. Прикрепите ее. Две оставим. Пусть теперь будет восторжествует истина. Но ты молодец, какая алчная курица. Так, да, одним ударом семерых. Все, а по одному посту у нас осталось, да? Да. Ну по одному оставим. Посмотрим, кто из них кто. Поехали! Давайте, давайте. Да, кто-нибудь из взрослых желает проиграть?